190. Значит, я ставлю. А какой там 190? Пишется. Он сказал. Я по этим предметам не... Хотите, я на компьютере? Саша, когда? Вот, одна 610-я, дивись. Да, тебе по теням. Там это, наверное, при таком изучении это где-то 15-20 секунд не будет. 30 по серии. А вот тут, Тут, скорее всего, там мало. На 5? Думаю. Перемножуем. Не, мы ж просто в тенях стоим. Так перемножим. Ну, у него вообще показывает, он хочет 2 минуты сделать. За 2 минуты у нас на светлом будет дырки валы. Если возьму комп, он посчитает точно. Сейчас. То есть, вот сейчас у тебя светлая голова, да? У него с дырками. Я привязываю, выставляю 1,60 и скажи мне, как у тебя выходит диафрагма. 1,60? Да, 1,60. Я как выходит диафрагма. Пока еще не обидно. 6,1/3. Яки 6? 1/3. Ну я потому что падающий, да. То есть они же тени практически. То есть как бы если тебе выбить, ну, в смысле, цитату. Можно еще смотря, что ты ее... Это усредненное, что работа в тени. Давайте вам точно высчитаю. Какая у вас относительное отверстие дырки вашей? 180. 180, да? Отлично. А ты что, без штатива будешь снимать? Я буду видео снимать. То есть ты в кадре